только если вы хорошо освоили первые 6 упражнений, можете переходить к остальным упражнениям. Добавляйте каждый день по одному упражнению из второй половины комплекса, пока не освоите все 12 упражнений. Седьмое упражнение – повороты головы. Исходное положение – стоим прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поворачиваем голову вправо и одновременно делаем вдох, затем голова влево, следующий вдох, вдох справа, вдох слева и так далее. Пассивный выдох носом или ртом заканчивается по возвращению головы в исходное положение. Повороты плавные, посередине голову не останавливаем, шею не напрягаем. Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Восьмое упражнение – ушки. Исходное положение – стоим прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка наклоняем голову вправо, правое ухо тянется к правому плечу, сопровождая движение шумным коротким вдохом. Затем слегка наклоняем голову влево, левое ухо идет к левому плечу, опять вдох. Продолжаем движение, смотрим прямо перед собой, будто мысленно говорим «ай-яй-яй, как не стыдно». Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Девятое упражнение – маленький маятник. Исходное положение, как в предыдущем упражнении. Опускаем голову вниз, смотрим на пол и одновременно делаем резкий короткий вдох. Поднимаем голову вверх, смотрим на потолок, опять вдох. Вниз-вверх, вдох с пола, вдох с потолка. Выдох должен успевать уходить через слегка приоткрытый рот после каждого вдоха. Не задерживайте и не выталкивайте выдохи. Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Десятое упражнение – перекат. Исходное положение – левая нога впереди, правая сзади на расстоянии шага. Вся тяжесть тела на прямой левой ноге. Правая нога согнута в колене и отставлена назад на носок, чтобы не потерять равновесие, но на нее не опираться. Выполняем легкое танцевальное приседание на левой ноге. Ногу в колене слегка сгибаем, одновременно делая короткий вдох носом. После приседания левую ногу мгновенно выпрямляем. Затем сразу же переносим тяжесть тела на отставленную назад правую ногу, корпус прямой, и тоже на ней приседаем, одновременно резко шмыгая носом. Левая нога на носке для поддержания равновесия согнута в колене, но на нее не опираемся. Снова переносим тяжесть тела на стоящую впереди левую ногу. Вперед-назад, приседание, приседание, вдох-вдох. Помните, приседание и вдох делаются строго одновременно. Вся тяжесть тела только на той ноге, на которой слегка приседаем. После каждого приседания нога мгновенно выпрямляется, и только после этого идет перенос тяжести тела, перекат, на другую ногу. Норма 12 раз по 8 вдохов движений. Затем делаем то же самое, только с правой ногой впереди и с левой сзади. Также 12 раз по 8 вдохов движений. Одиннадцатое упражнение – передний шаг. Исходное положение – стоим прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поднимаем левую ногу, согнутую в колене, до уровня живота. Голень перпендикулярно полу, носок тянем вниз. Одновременно со вдохом на правой ноге делаем легкое танцевальное приседание. После приседания обе ноги должны обязательно на одно мгновение принять исходное положение. Теперь поднимаем правую ногу и одновременно со вдохом делаем приседание на левой ноге. Двенадцатое упражнение – задний шаг. Исходное положение – стоим прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Сгибаем левую ногу в колене, отводя голень назад, как бы хлопая себя пяткой по ягодице. При этом одновременно со вдохом приседаем на правой ноге. Обе ноги на одно мгновение возвращаем в исходное положение. Сгибаем правую ногу, приседая на левой ноге. После каждого вдоха движения меняем ногу.
Не применяйте никаких рекомендаций без консультации с врачом. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на здоровьесберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение.